Исаак Осипович Дунаевский, известный советский композитор и дирижер. Вся жизнь Исаака Осиповича была тесно связана с музыкой. В 1919 году он окончил Харьковскую консерваторию по классу скрипки, а в 20-х годах руководил московскими театрами «Эрмитажем» и «Театром сатиры». С 1937 по 1941 год Исаак Осипович возглавлял Ленинградский союз композиторов. В это время Дунаевский пишет музыку к фильмам «Дети капитана Гранта», «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Но мирная жизнь закончилась в одночасье, грянула война. Во время Великой Отечественной Дунаевский руководит ансамбль песни и пляски железнодорожников. Коллектив посадили на поезд и отправили выступать по всей стране. Ансамбль играет на участках первой очереди, для раненых в больницах, на заводах и фабриках, где люди не только работали, но и жили. Музыкантам их поезд казался настоящим Ноевым ковчегом, их путешествие не видело конца. Как только поезд останавливался на какой-нибудь глухой станции, их сразу же окружали крестьяне, ведь прибытие поющего поезда в глухую сибирскую деревню – это большой праздник, оно отвлекало от чудовищных событий на фронте. С 1941 по 1945 год композитор создал более 70 музыкальных произведений на военную тему. Самой знаменитой стала песня «Моя Москва», написанная в 1942 году. Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но Москвою привык я гордиться,